Внимание, всем сидеть на местах, никому не двигаться! У них оружие и взрывчатка. Без глупостей, или вам конец. Мы взываем к революционным движениям с целью обратить внимание мира на страдания палестинского народа. Вы находитесь в Энтебе, в Уганде. Основано на реальных событиях. В Энтебе 239 заложников, 83 из них израильтяне. Немцы увели евреев. Надо действовать. Никаких переговоров с террористами. Предлагаешь вести войска в Уганду? Когда выведем, могут оставить страну себе. Эти люди не имеют ничего против вас. Но если ваше правительство откажется вести переговоры, они будут убивать по два ребенка каждые сутки. Каждого, кто окажет сопротивление, ждет пуля. Если хотите захватить аэропорт, вам понадобится гораздо больше людей. Мы не сможем незаметно перебросить столько людей на 4000 километров. Не сидеть же сложа руки. От режиссера «Нарко». Зачем ты здесь? Хочу сбросить бомбу в народное сознание. А если придется сбросить настоящую бомбу? Ты готов убивать? Готов умереть? В Уганде все представители властей используют черные лимузины. Это даст нам элемент неожиданности. В случае провала операции, Израилю будет нанесен катастрофический удар. Мы не остановимся, пока не освободим всех заложников. Приступаем! Весной. Самолеты здания аэропорта заминированы. Спасательная операция. Как только они узнают, что мы близко, они начнут убивать мужчин, женщин, детей. Они хотят, чтобы весь мир это видел. Которая потрясла мир. Что бы ни случилось, мы поступаем правильно. Семь дней в Энтебе. В марте.